Житель Чебаркуля погиб под колесами поезда на глазах жены. По информации УВД на транспорте, 26-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда гулял по рельсам. Машинист заметил человека и посигналил, но тот не отреагировал. Тогда было применено экстренное торможение состава, но пешеходу это не помогло. Поезд все-таки сбил мужчину, и от полученных травм он скончался на месте. Сейчас служители закона пытаются установить все обстоятельства случившегося. В момент ЧП рядом с мужчиной была его жена, но оттащить его с путей она почему-то не смогла.